30-я серия. Холодно. Выпейте чаю, чтобы согреться. Раз вы пришли, должны меня выслушать. Вы предотвратили войну, и для вас, наследник, это, наверное, подвиг. Нет. Для меня... Это сущий пустяк. Сущий пустяк, думаете? Разве можно так говорить? Вы ведь не можете знать о жизнях и смертях всех людей. А если бы смерть грозила вам, вы бы изменили свое мнение? Нет. Вы еще молоды и многого не знаете. В конце концов, вы добры. К вам я не буду добр ни за что. Я всегда буду помнить об озере Яньфань. Если удастся, я сам убью вас. Знаете, наследник, смерти я не боюсь. Я говорю вам об этом. Надеюсь, что и вы бояться не станете. Каждому суждены и жизнь, и смерть. Но смерть — это освобождение бабочки из кокона. Это перерождение. Вы еще помните о свитке? Я просил передать его вам. А вы на него даже не взглянули? За гранью этого мира на самом деле существует кое-что. Неважно, видите ли вы это. Ваш свиток? Я сжег его дотла. То, что существует, не исчезнет и тогда, когда вы его не видите. Помнится, вы рассматривали его вместе с девушкой по имени Сяо Джоу. Теперь пришло время развернуть свиток. Вы найдете его на прежнем месте. Зачем вы привели меня сюда? Что вы хотите? Если я верно помню, вы сами пришли сюда, наследник. Ведь так? Прощайте, наследник. Государь, если б сегодня вы не пришли на дорогу Шэньдао, в столице все было бы иначе. Я понимаю ваши трудности, но я ведь всего лишь чужестранец. Столица огромная, и я не все в ней понимаю. Чужестранец? И потому вы помешали мне убить Инуи? Государь, вы хотите превратить Знамя Орла в армию? Да, ибо весь мир — это поле битвы. Возможно, вы правы. Но я думаю, что мечом все проблемы не решить. Может, царь Ли совсем не таков, каким вы его видите?
Инуи стремительно ворвался в столицу. Угрожал мне своим мечом. Что мне о нем думать? Но вы ведь понимаете, что армия Ли... не сдастся без боя. Без боя с кем? Без боя со мной? Инуи никогда не считал меня своим государем. Если бы я знал, что все напрасно, я бы сам убил этого предателя. Государь, довольно! Это дело Даинь. Вас оно совсем не касается. Убирайтесь в степи со своим мягким сердцем. Вы очень любите принцессу Юйжань, да? Да. А если однажды вам понадобится убить 100 000, чтобы спасти ее, вы это сделаете? Вы сочувствуете? Не только мне. Инуи, вы тоже сочувствуете. По вашему мнению, все заслуживают сочувствия. У вас в руках самый острый на свете меч. Но вы не желаете им пользоваться. А когда все ваши близкие умрут, будет ли польза от этого меча? Вчера я обещала Асуле поехать в земли Хань. Там, говорят, очень много снега по пояс и невероятно холодно. Поэтому перед отъездом нужно купить шубы. Нам сюда! До свидания. Что вам показать? Займись другими делами. Барышня, у вас очень хороший вкус. Эти меха привезли из земель Хань. Прочные и долговечные. Во всей столице вы нигде больше таких не найдете. Примерьте на него. Ладно. Помоги ко мне. Вы же из армии Ли? Говорят, охотники из Ли ловят зверей голыми руками. А по вам видно, вы голыми руками медведя убьете. Барышня, смотрите, ну как? Думаю, хорошая шуба, но доспехи под ней ужасные. Сними их и примерь снова. Что? Правда считаешь себя солдатом Ли? Хозяйка, я возьму ее. Подберите госпоже. Хорошо. Ладно, тебе нравятся доспехи Ли? Вот в них и поедешь. Юйжань! Хозяйка, оставьте ее для меня. Хорошо. Я загляну на днях. Юйжань! Юйжань, не сердись. Снимать доспехи очень долго. Кто же тебе так нравится в Ли, что ты без него жить не можешь? Господин. Он платит! Господин. Я не знатного рода. А с ними я чувствую себя равным. То есть хочешь сказать, что со мной тебе некомфортно? Нет же. Я еще должен выполнить 3 желания принцессы Ли. Она помогла отомстить за маму. Я не могу не вернуть ей долг. Ты собираешься с ней оставаться? Нет. Ты чего? Садись! Сядь!
Супруга наследника, вот так встреча. Вы чего бродите по улицам, а не дома с мужем сидите? А вам больше заняться нечем? Я вас на каждом шагу встречаю. Нечем, я тут своего раба ищу. Кто тебя отпустил? А ну надень шлем. Не надевай! Говорят, в Ли живут варвары. И то верно. Только ругаться и умеете. Собака, что лает, редко кусает. Но вам-то не понять. Почему мы стоим? Поехали живее! Пока я не разрешу, никто не поедет. Не слушай ее, поезжай! Нет, стой! Почтенные дамы, не мешайте мне работать. Я просто зарабатываю на хлеб. Прошу, жальтесь. Умоляю вас. Думаю, нам надо... Молчи! Проехали. День слишком прекрасный, чтобы тратить его на вас. Дзие, на охоту. На охоту? На какую охоту? Дзие, мы едем на рыбалку. Вы специально это делаете? Порыбачите в другой раз, ему пора на охоту. Почему это сегодня на охоту? Хотите забрать Дзие? Ладно, выиграйте и забирайте. Во что играем? Вы сами выбирайте. Ладно, вы сами сказали. Не пожалеете потом. Вы в тот раз забирали Дзие выпить вина? Проверим, кто больше выпьет. Если победите, забирайте Дзие. Я слово сдержу, не заберу его. Юйжа не пьет. По рукам! Вино в столице такое себе. Правда, принцесса Юйжань? Слабенькая. Что не так с вином? Думаю, оно получше вина из вашего Ли. Вино в Ли горькое и низкосортное, примитив. А вы пробовали вино из Ли? Пробовали? Говорите, пробовали или нет? Почему я не пробовала? Так пробовали? Не пробовала. Так чего ж болтаете? Ладно, ладно. Вкусы у всех разные. Принцесса Юй, я не осуждаю ваши вкусы. Раз вам не нравится, то просто больше не пейте. Ладно. Вот ваше вино. Держите его или держитесь подальше от моего пса. Дзие. Он тебе не пес. Дзие мой. Он принадлежит только мне. Ладно. Он будет вашим. Пейте. Выиграйте. И выпью. Юйжань. Юйжань, не пей больше. Хватит уже. Перестань. Хорошо, не пей больше. Послушай меня. Дзие? Где ты был так долго? Ты вернулся? Вернулся. Я вернулся, да. Вернулся.
Обещай, что больше меня не оставишь. Хорошо. Я тебя больше не оставлю. Больше не уйду. Я никогда не оставлю тебя. Я люблю тебя. Я так люблю тебя. Позвольте помочь. Наследник. Расставлять книги долго и скучно. Я сама справлюсь. Вы чем-то расстроены? Что-то произошло? Утром я был у императора. Я примерно представляю ваш разговор. Императоры всегда одиноки. Но брату нужен друг. А теперь друг уходит. Я понимаю, что он чувствует. Но у вас есть и другие обязательства. И столица вам не подходит. Император меня не винил. Но... я думал о том, что он сказал мне. Он сказал... у меня в руках самый острый на свете меч. Но я не желаю им пользоваться. А когда все мои близкие умрут, будет ли польза от этого меча? Это решение вы примете в будущем. В отличие от брата, я не считаю вас нерешительным. Вы об этом просто не думали. Приняв решение, вы будете упрямее, чем любой другой. Надеюсь, у меня хватит времени. Это же свиток, который вы сожгли. В этом подарке нет магии. Он содержит только правду. Наследник! Вы еще помните о свитке? Я просил передать его вам. А вы на него даже не взглянули? За гранью этого мира на самом деле существует кое-что. Неважно, видите ли вы это? Думаю, это здесь. Почему карта указывает сюда? Нет ли здесь ловушки? Если указывает сюда, вероятно, есть причина. Они тренируются. Учатся убивать. Идемте. Я хочу пирожков. Я принесу в следующий раз, ладно? Сестрица Сяо Джоу, где рисовые пирожки? Я принесу их в другой раз, хорошо? Ладно, хорошо. Посмотрите на карту.
В башне 7 этажей. Но здесь только 5. Если карта не врет, значит 2 этажа под землей. Идемте. Осторожно. Здесь. Это же... Это золото из казны Императора. Из казны? Но почему оно здесь? Ваше Высочество, наследник. Приветствуем вас, принцесса. Наследник. Вы? Что здесь вообще происходит? Государь хранит здесь конфискованное золото. Только он знает это место. А мы храним его тайну. Но вы, сестрица, не чужая. Думаю, государь не рассердится. Но это серьезное дело. Брат мне об этом не говорил. Государь сказал, что у вас и так много забот. А с этим делом он сам сможет справиться. Вас не нужно беспокоить. А мы с детства сироты. Не знаем, что ждет нас в будущем. Только вашими пирожками мы и сыты. Я бы не стал вас обманывать. Думаю, государь не хотел волновать вас попусту. Не думайте об этом. Что ж, уже поздно. Нам пора идти. Невозможно незаметно вывести много золота из столицы, поэтому ты поместил его под столицей. Значит, ты давно вскрыл свою казну. А у тех детей в подвале были мечи. Ты воспитал их убийцами. Ты даже Сун Джимяо не пожалел. Инуи попросил денег на свои походы, а ты не хотел платить. Но хотел скрыть, что подменил золото. И воспользовался Сун Джимяо, а потом обвинил тетю. Никто и не знает, что настоящий вор – это император. Как ты можешь называть брата вором? Брат, ты всегда говорил, что я умна. Значит, не нужно было скрывать это от меня. Я и не хотел ничего скрывать от тебя. Ты можешь спрашивать обо всем. Когда ты подменил золото? 6 лет назад. Я случайно узнал, как открыть казну. 6 лет назад? Но Инуи тогда не было в столице. А ты уже подменил золото. Для чего это? Чтобы противостоять тете. Сначала я взял немножко золота. Нашел несколько сирот, научил боевым искусствам. Потом я понял... Золото – полезная вещь. Можно нанять убийц. Можно купить верность нужных людей. Я брал все больше золота. Когда Инуи попросил денег, я не хотел отдавать их ему. И решил вынести из казны все золото. Я император из рода Бай, а казна принадлежит роду Бай. Разве я поступил неправильно? Или ты хочешь, чтобы я вечно колебался, как наследник? Чтобы ждал, пока династия не погибнет? А не поздно ли будет? Брат, неужели ты не понимаешь? Развязав войну, ты ее не остановишь. У тебя будет страна, но будет разрушенная страна. Но эта страна будет принадлежать роду Бай.
Брат, ты прекрасно знаешь, что я на самом деле не из рода Бай. Все это время я оставалась твоей сестрой. Только потому, что ты сказал, что хочешь быть хорошим императором. И именно поэтому так много лет я помогала тебе всеми силами. И в этом мире я никому не доверяю так, как тебе. Если даже ты не на моей стороне, для чего мне все это делать? Я подумаю о том, что ты мне сказала. А наследник знает? Ваше Высочество. Вам принесли письмо. Сегодня праздник двойной девятки. Зажигают фонари. Мы с Дзие будем ждать тебя на цветочном мосту. Не придешь — убью. Наследник. Принцесса. Это женьшеневый сок. Я приготовила для вас. Спасибо, принцесса. Вы уходите, наследник? Да. Я и Жанни Дзия позвали меня на праздник, и я иду к ним. Я пришла к вам поговорить о брате. Прошу вас. Я ходила к брату. Он сказал, что обо всем позаботится. Только ему нужно время. Если государь обещал, хорошо. Только я хочу спросить вас. Вы правда хорошо знаете брата? Я выросла рядом с ним. Если даже я его не знаю, то никто в мире его не знает. Вы помните, наследник? На пути от озера Яньфань я рассказывала вам о своем происхождении. Во дворце Тайцин есть суровое правило. После смерти императора умирают все, кто служил ему. Чтобы матери не подталкивали сыновей к бунту. В роду императора строгие правила, если бы не брат. Я бы точно не выжила. Как только он занял трон, он стал марионеткой. Власти у него не было. Он видел, как казнили наложниц прежнего императора. Хотел спасти их, но не мог. Сюда! Но когда пришел мой черед... Помогите! Отпустите ее! Отпусти ее! Государь! Говорю вам! Троните ее, и вашим семьям не жить! Любой, кто бы тронул меня, лишился бы семьи. Только поэтому я выжила. Поэтому столица казалась мне болотом, порой даже преисподней. Но я осталась с братом. Однако сейчас я хочу быть рядом с другим человеком. С вами, наследник.
Принцесса, вам с братом будет трудно все эти годы. Но я друг императора. Порой думаю, что он и впрямь ведет себя странно. Брат долго скрывал это от меня. Возможно, не хотел, чтобы я марала этим руки. Я ведь ему как советник. Но за все эти годы я не раз поступала неправильно. Если бы вы только знали, перестали бы меня уважать. Ни за что. Уже поздно. Вам пора идти. Если вы пропустите праздник, будет очень жаль. Государь, как вы и приказали, все улики уничтожены. Как поступили с золотом? Я нашел временное хранилище. Но, боюсь, его нельзя долго использовать. В столице много шпионов Ли. Нужно поскорее его перевести. Сяо Джоу и наследник никому ведь больше не сказали? Царь Ли точно ничего не знает. Иначе сейчас перед вами стоял бы не я, а он. Предводитель не приходил обсудить это с вами? Нет, только Сяо Джоу. Наследник кажется мягким. Но на самом деле он упрям. Он настаивает, что Знамя Орла должно защищать порядок и справедливость. По его мнению, есть четкая граница между добром и злом. Как ему удается жить в этом мире? Я хотел многого с ним достичь. Вижу, что был неправ. Но наследник-предводитель Ордена и его убеждения для многих важны. Я давно хотел вас спросить. Слушаю, государь. Предводитель и Железный Государь. Кто из них настоящий командир Ордена? С древних времен предводитель тот, кому служит меч Седое Облако. Другие командиры подчиняются ему. Но после смерти прежнего предводителя Ю Чаньзи, 14 лет ими никто не командовал. Потому Железный Государь обладает большим влиянием. Он многое в жизни повидал. Думаю, он понимает мои проблемы. Если он нас поддержит, то мы не будем зависеть от решений предводителя. Не думаю, что это будет просто. Предводитель — хозяин меча Седое Облако. Железного Государя уважают, но пока есть предводитель, Железному Государю не удастся командовать Орденом. Я боюсь, предводитель больше мне не доверяет. Возможно, вы не знаете, но он собирается вернуться в земли Хань. Если он бросит Орден, будет ли Орден поддерживать его? Да. Если бы у нас был только Железный Государь, было бы намного проще. Государь, прошу, одумайтесь. Наставник, вы не о том подумали. Вы ведь и мой учитель, и воин Знамени Орла. А что для вас важнее, я или Орден?
для меня одинаково важны. И вы, и Орден. В столице праздники веселее, чем в Наньхуай. На Восточном это самый большой город. Конечно, в Наньхуай не так весело. Кто тебе это сказал? Если рядом нет друга, ни один праздник не порадует. А когда друзья рядом, я и в горной деревушке устрою праздник. Железный государь. Говорят, вы хотите вернуться в земли Хань. Можно поговорить с вами? Давайте в следующий раз. Мои друзья давно меня ждут. Только пару слов. Прошу, проходите. Предводитель, вы пришли на улицу Шэньдао? Я вовсе не удивился. По вашему мнению, знамя орла не должно так поступать. Верно? Со всем уважением. Вы, железный государь, знаете орден лучше, чем я. Но я считаю, что убить царя Ли не задача воинов ордена. А какая же у них задача, по вашему мнению? Защищать порядок. Порядок? Но любой порядок оплачивают кровью. Если, убив одного невиновного, вы обеспечите мир миллионам, вы совершите такой поступок? Нет. Предводитель, я преклоняюсь перед вашими убеждениями. До свидания. Фейерверков еще нет. И почему Асуле не пришел? Глядите! Здесь!
Вы мне не друг. Так не может продолжаться. Мне очень жаль.